вами снова я, Вилана. И сегодня я хочу познакомить вас с моей одной новой кукложительницей, которая живет у меня уже почти 3 месяца. Она очень терпелива и послушно ждала своей очереди. Так, представляю вашему вниманию Оак из куклы Ever After High и Raven Queen. Эту девочку мне подарила одна мастерица Светлана Барышева на 8 марта. Кто не знает, это мастерица из Москвы. Для меня это было неожиданным подарком. Светлана, хочу передать вам привет и сказать огромное спасибо за такой чудесный подарок. Куколка мне очень понравилась. Я рада, что моя коллекция уже второй раз пополняется вашим ОАКом. Ну а теперь давайте я вам расскажу о ее биографии. Куколку я назвала Роутинг, что в переводе с китайского означает нежная и изящная. Родом она из Японии, но в ее биографии все настолько запутано, что она даже не знает, к какой национальности себя относить. Ее папа – китайский император, мама – японка, дочь японского самурая, а воспитывала ее бабушка с маминой стороны. Первые 3 года Роу и ее семья проживали в Японии, там, где как раз-таки она и родилась. Затем они стали жить в Китае, во дворце императора, ее папы. На ее 16-летие от родителей она получила 2 подарка. От мамы японское кимоно и от папы редкий вид гигантской бабочки. Почему именно бабочку, спросите вы? На это есть своя причина. Ведь тотем Роу и есть бабочка. Эту бабочку она назвала Юнру, что в переводе с китайского означало «очаровательная». От бабушки на 16-летие ей достался меч японского самурая, который принадлежал ее деду. Друзей у нее не было. Отец ограничил ей общение с людьми. Но Роу нашла выход из ситуации. Она общалась с растениями. Больше всего ей нравились лотос и орхидея. А теперь давайте на нее посмотрим. Цвет волос черный и слегка видны фиолетовые пряди спереди. На лбу можно увидеть узор в виде бабочки. Роу говорит, что это поцелуй ее бабочки Юнру. От мамы ей достался удивительный цвет глаз. Лиловый. Роу никогда не красилась. Природа наградила ее пышными ресницами и алыми губами. И одета на ней то самое кимоно, которое ей подарила мама на 16-летие. Оно розового цвета с узорами различных цветов. А с обратной стороны огромный черный бант с золотыми узорами. А на ножках обуты розовые сланцы на высокой платформе. Вот такая красотка пополнила мою коллекцию. Но это еще не все. Когда я распаковала посылочку, в коробке лежала еще одна милая девочка. И сейчас я вам ее покажу. Она просто бесподобна. Вот такая красивая и милая цветочная феечка. Светлана сделала подарок и для моих подписчиков. Вот такую девочку сможет получить один из вас. Все подробности о конкурсе я расскажу в следующем видео. Не пропустите! А я с вами прощаюсь. Надеюсь, что Роутинг понравилась вам так же, как и мне. Желаю вам добра и много позитива. А Светлане хочу сказать еще раз огромное спасибо. Всех люблю. Пока-пока.